На конкурс дети читают стихи. Цыганова Кира, 7 лет, город Санкт-Петербург. Стихотворение «Голубой заяц», автор Душан Радович, перевод Татьяны Макарова. В трех морях я побывал, три страны я миновал, три горы я перешел, и тогда его нашел, голубого прекрасного зайца, лучшего зайца на свете. Этот заяц умеет играть, этот заяц умеет стирать, этот заяц умеет вязать, может сказку вам рассказать, может вкусный обед сварить, по-французски поговорить. Он умеет пол подметать, он умеет петь и читать, он и косит, и сеет, и веет. Все на свете он делать умеет. Голубой и прекрасный заяц, самый лучший заяц на свете. Я хотел его вам принести, чтобы мог он вам пол подмести, чтобы он вам шил и вязал, чтобы сказку вам рассказал, чтобы он с вами пил и ел, чтобы он вам песенки пел, чтобы он вам вкусный обед сварил, по-французски поговорил, вместе с вами утром вставал и картинки вам рисовал. Голубой прекрасный заяц, самый лучший заяц на свете. Я в мешок его посадил и понес поскорее домой. Только заяц прекрасный мой всю дорогу печально твердил: отпусти меня, храбрый охотник, никуда я не убегу, коготки я свои подстригу, свежим воздухом подышу, шерстку мягкую расчешу, спинку я расплевлю свою, песню звонкую спою, чтобы увидели дети лучшего зайца на свете, голубого прекрасного зайца. Отпустил я его тогда, только вот какая беда, и не пел, и не плясал, даже шерстки не расчесал, и не стриг он своих коготков. Вылез заяц и был таков, убежал мой заяц, беда, убежал неизвестно куда. Голубой прекрасный заяц, самый лучший заяц на свете.